tonight. I gotta be like, oh baby, no baby, you got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love. As warm as the sun, as silly as fun, as cool as a tree, as scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice. Теперь у вас нет выбора, кроме как починить мою машину. Нет. Чинить машину? Нет. Чини! Хорошо. Серьезно? Нет. Пиздец, там человека грузовик переехал. Интересно, какое у него состояние? Подавленное, блядь. Or else! Now isn't this interesting? Если вы говорите детям такие фразы. Your time is up. In my last words, I love you, Catherine. You're determined to die with a lie on your lips. I love you, Catherine. Oh God. Вы случайно откусили химичке руку? Ваши действия. Ничего не знаю, я хотел есть. Откушу вторую, чтоб жизнь малиной не казалась. Дам 22 робукса в качестве извинений. Скажу, что это не я, и уйду в закат. В смысле случай? You can't kill me! But we can change you! What?
Beatbox battle с кактусом. Сегодня я покажу свои рисунки-зарисовки по теме «Драконья сага» или ближе к этой теме. Спойлер видео. Так как автор не знал, что будет так много рисунков по темец, поэтому будет несколько частей. Начнем с зарисовок. Обычно я рисую головы драконов и другие части тела, изучая их телосложение. Через некоторое время я начала понимать, как правильно рисовать голову, а потом и хвост, лапы, тело и так далее. Что тебя спасет твой глупый экзорцизм? Мне так понравилось, как ты пытался изгонять меня. Я приду, когда зацветет весна и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов и спрячу, и мое сердечко болит. Представь, ты в детдоме, а твое последнее фото в галерее – это тот, кто тебя усыновит или же удочерит. Вот это прикол! Using what the gods gave me. Не надо, дядя! Не надо, дядя! Здравствуйте. Здравствуйте. А у вас есть яйца? У меня нет. Куриные есть. Тогда наложите 2 штуки. А яйца свежие? Нет, протухшие. Скажите, вот если с русалки сделать паштет, он рыбный или мясной? А там, видишь, по-моему, наполовину. Там половина рыба, половина мяса. В смысле, а рыба это не мясо, нахуй? Рыба это рыба. А рыба это не мясо, типа? Ну, рыба это же мясо. Просто рыбное. Ну, не. Рыба это рыба, нахуй. Чего? В смысле, ты приходишь и говоришь, дайте мне мясо рыбы? А как ты говоришь? Дайте рыбу. Дайте рыбы мне, блядь, да. Ну, а внутри-то что рыба, блядь? Есть филе, ну, блядь. Так. Внутри рыба, нахуй. Внутри рыбы рыба, Ваня. Ёбаный рот.